С марта по июнь полицейские провели широкомасштабную акцию «Ваш участковый». Знакомились с жителями на своих территориальных участках, оставляли памятки, как уберечься от преступных посягательств, и свои контактные данные. Стражи правопорядка обошли 150 тысяч квартир и 184 тысячи частных домов. Сейчас проходит второй этап акции. Полицейские повторно посещают оставшиеся 5% тех граждан, с которыми не успели познакомиться. Эффект налицо, говорят руководители службы. Обращений стало больше. В основном зауральцы звонят по причине семейных скандалов и пьяных драк. Потому что если совершено преступление, как правило, идут все-таки в дежурные части отделов. Тут в основном семейные проблемы какие-то, ссоры там в семьях, с соседями, может быть. Какие-то бытовые даже проблемы идут все равно к нам. То есть, что мусор где-то там находится в неположенном месте. В результате реформы органов внутренних дел четверть участковых уполномоченных сократили, и нагрузка на оставшуюся часть сотрудников увеличилась. В городе Кургане мы сейчас приблизились к тому, что у участкового у нас 3-3,5 тысячи населения. То в сельских районах у нас получается на каждого участкового по приказу должно было быть один населенный пункт, одна сельская администрация. То сейчас у нас по 3-4 у каждого. В этом году службе выделили 17 автомобилей. Однако, включая даже эти машины, обеспеченность транспортом составляет всего 50%. Остальная половина участковых вынуждена добираться до отдаленных деревень на попутках или рейсовых автобусах. Протяженность участка достигает до 60-70 километров. При условии, что у нас только 36% обеспеченность автотранспортом, бывает затруднительно. То есть не у всех участковых в сельской местности есть автотранспорт. Тем не менее, показатели работы остаются на достойном уровне. В ближайшие месяцы участковых обеспечат новыми компьютерами. По возможности на местах решается вопрос о предоставлении полицейским отдельных кабинетов для приема населения. В преддверии своего профессионального праздника 18 ноября исполняется 89 лет со дня образования службы. В Курганской области прошел конкурс «Народный участковый». Больше всего голосов набрал Денис Падела, сотрудник Половинского межмуниципального отдела полиции. На его участке 4 села, где проживают 460 человек. Сейчас он защищает честь Зауралья на всероссийском этапе конкурса. Оксана Савакова, Никита Мухин, Александр Бывальцев, информационное агентство «Курган.ру».